Общественная приемная «Единая Россия» работает в Сочи с прошлого года. Сюда сочинцы обращаются с разными вопросами – в лидерах, сфера ЖКХ и образования. Несмотря на стремительное развитие и к отрасли здравоохранения, у местных жителей есть вопросы. Когда список жалоб уже сформирован, в общественной приемной собирают круглый стол, чтобы совместными усилиями решить проблему. Сегодня мы слушать будем здравоохранение, потом возникнут еще какие вот поступят вопросы, и мы будем проводить совещание для того, чтобы подчеркнуть и руководителям данной отрасли, на что они должны обратить внимание, дабы стимулировать то, чтобы люди меньше жаловались. Основные жалобы сочинцев – работа скорой помощи, отношение к пациентам со стороны медперсонала, компетентность врачей. В списке 14 пунктов. Часть из них озвучили и другие сочинцы, пришедшие на встречу. Им пообещали, каждый вопрос услышан и будет обязательно решен, в том числе и вопрос очередей. Помимо развития системы электронной записи, есть и другие предложения. Это выделение специального администратора, который будет маршрутизировать потоки больных пациентов, потому что не всем нужно в одном месте, кому-то надо в один кабинет, кому-то в кабинет неотложной помощи, кому-то выписать рецепт и так далее. Говорили и о стратегии развития лечебной курортологии, возрождение бальнеологии. Это то, что не только укрепит городскую медицину, но и станет еще одной точкой роста для курорта, считает член Общественной палаты России Константин Затулин. Для нас это вопрос конкуренции и выживания города. Если в городе Сочи будет плохая или ущербная система здравоохранения, то в этом случае этот город неминуемо это станет известно. В настоящее время это всем всегда становится известно, потому что все прозрачно, есть интернет, социальные сети и так далее. И город Сочи перестает быть конкурентом. Все проблемы, которые были озвучены в рамках круглого стола, будут переданы на места и начнут по мере возможности решаться в ближайшее время. А общественная приемная «Единой России» всегда открыта для пожеланий и предложений от жителей курорта. Ольга Десятова, Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.